Ну! Thank you.
Как надо? Много, много! Да! 0-2. Проигрывают? Что за команда? Соперники? Бьянконери. Где-то уже 12 минут. Ну, 12 минут что-то прошло. Вообще вяло играет. Как вчера, короче. Идентичный, как сказать, рисунок игры. Я его не видел сегодня. Сам упал вроде. Thank you.
подчинены. Ну, тоже что-то интересно, нет, что-то. Может, и не будет сегодня, Васильевич. Вон вчера хорошо сыграли. Да, вообще не хватает Васильевича. Васильевича не хватает. Вот нет драйва какого-то. Вот его подсказок. Thank you.
слава. Там что, дырка, что ли, есть? А? Да, можно только зевать. Хоть не расстроишься после вчерашней игры? Блин, а? Вытащил. А? Рукой тут сыграл. Да. Улетел шанс вышел. Да. Ну, Димка умеет навешивать и бить тоже. Ну, который сейчас исполняет. Ай, выше. Ну, он с Челси хороший гол забил. Штрафнул. Кому? Так,
Ушел в ногу головы. Молодец. Это как вчера. Кому-то давали играть, кому-то нет. Еще и видео выложу. Вот фу, сейчас скину. Посмотрите со стороны, как было. Ну нет, посмотреть можно для, так сказать, изучения, чего вообще произошло. Ну, особенно, если для защитников. Но если честно сказать, то есть вчера Ариану Васильевич прохнул. Ну. Еще раз скажу, что он прав крайне был. Опусти мяч! Ну, переигрывайте.
Эх. Каких ты... Как Артём не хватает игроков сегодня? Таких заводных. А? Чё за Артём? Ну, он... Тёма. Старый команд. Сегодня снова что-то какая-то не такая. Себастьян меньше 5 минут осталось. Yeah.
Ну, как так, ша?
Ну ты куда? Пенальт, что ли, был похож? На пенальт, что ли, был похож? А, то что это легко? Так в плечо же было сыграно. В первом тайме тоже странно были, когда зацепляли братьев. Там тоже должны были быть нарушения. Вообще странно судят. Пипец. Come on!
все видел, вообще слепые. Туда, до этого вышел. Кирюх наконец-то выйдет. Кирюх. Не было, кстати, офсайда. А это он засчитает. Ну и ком... Ну никого же нет. Марату надо этот сменить, скорее всего. Сильно выпал из игры. Надо мегафон купить и сразу кричать. Thank you.
Радик, впереди, друзья!
Догоняй, догоняй, догоняй! Ну вот куда? Ай! Да, да. С Бастионом также сыграли. А? Сначала два поражения Купидон с Бастионом, потом сразу две победы, ну, Челси и Фи. А, три победы. Счет Ленина же выиграли. Челси, Феникс и Ленино. 4-0, 5-1 и 5-3, соответственно. Да я не удивляюсь, если честно, реально. Как судит судья? Thank you.
Ну, если, реально, вот если дальний удар бить, реально может быть забить. Холодно, неприятно. Ах ты! Ого, какой легионер. Скорее всего, да. Что, дурак, что ли, вообще?
Ну, решили одного сегодня. Эх. Давай.